Всем привет, ребята! Наконец-то у нас наступила идеальная погода. Солнышко светит. Долго ли это продлится или нет, сказать тяжело. Но, используя солнечные дни, можно начинать заниматься. Что я и предпринял. Значит, я хотел вам как-то рассказать об этих отжиманиях на ремнях. Чем они отличаются от обычных стандартных, которые вы делаете на полу? Ну, во-первых, идет от этих отжиманий сильная нагрузка на грудную клетку, сильная нагрузка на плечевой пояс, укрепляет спину, развивает, вы не поверите, координацию движений. То есть, когда вы отжимаетесь от пола на кулаках или на открытых ладонях, вы работаете на определенную группу мышц. Ну, естественно, не мне вам рассказывать, что есть узкие отжимания, средние, широкие, можно делать отжимания лучника как угодно. Вот этими отжиманиями мы с вами прорабатываем не только грудную клетку, спину, плечи, как я вам уже показал. А вот смотрите. За счет того, что мы вот так вот проваливаемся между ремнями и поднимаемся обратно, мы растягиваем мышцы грудной области, в частности, верхние и средние грудные мышцы, способствующие, вы не поверите, повышению настроения и тонусу нашего организма. То есть, если вы будете такие отжимания делать хотя бы 2-3 раза в неделю, допустим, по 2-3 подхода, вы сами заметите через определенное время, что вам стало намного лучше, настроение поднялось, и общее состояние организма у вас только улучшилось. Что еще развивают эти отжимания? Если вдруг у кого-то бывает, ну, по невралгии, защемление нерва, нужно пить таблетки, нужно принимать лекарства, нужно, может быть, делать какие-то уколы. Людям частенько прописывают несколько сеансов физиотерапии, может быть, массаж. Но по своему, опять же, опыту я скажу вам, что такими отжиманиями можно раскрепостить позвоночник, раскрепостить грудную клетку и, соответственно, снять вот этот эффект защемления нервов в грудной клетке или в спинном отделе, вот именно где лопатки, снять защемление нервов и избавиться, наконец-то, от боли. Помимо того, что вы избавитесь от боли, вы также перестаете принимать лекарства, бегать по врачам, искать панацею от вашей болезни. Смотрите, как много всего заключается только в одном таком упражнении. Все, что я хотел сказать, именно по отжиманиям. Занимайтесь, ребята. Будет у вас сила, будет у вас настроение. Будете здоровыми, будете меньше болеть. Если кому понравилось видео, не забудьте подписаться на наш видеоканал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, адекватный комментарий. И всем удачи. Пока.